Доброго времени суток, мои дорогие любимые подписчики, гости моего канала. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина, мой канал называется Diamond Dream. Я приглашаю вас к себе в гости сегодня, какое бы время суток у вас сейчас ни было. И сегодня я хочу сделать для вас расклад на тему, кто вы для него, кто вы для своего партнера, что вы для него значите, какую, какие вибрации, какие энергии вы несете в его жизнь. Вообще, в принципе, как он видит вас, дороги ли вы ему? И что на самом деле с точки зрения Таро, Таро всегда видят истину? Что происходит в ваших отношениях? И кто вы друг для друга с вашим партнером? Вот давайте такие моменты сегодня посмотрим. Использовать буду я колоду влияния ангелов. Благодарю вас за вашу очень теплую, обратную связь, за ваши прекрасное сообщения, которые вы присылаете мне в личку, за вашу теплую энергетику, за ваши лайки, за ваши прекрасные комментарии, за ваши донаты, за все-за все вас благодарю. Очень вас люблю, искренне. Низкий вам поклон за то, что вы со мной. Итак, у нас будет один вариант, расклад на один вариант, поэтому вам нужно хорошенько визуализировать своего мужчину назвать его имя, дату рождения желательно, вспомнить какие-то подробности его внешности для того, чтобы сейчас образовался некий энергетический канал между вами, туннель, можно сказать, между вами и вашим мужчиной. И карты Таро нам показали именно вашу ситуацию, ваш, вас, вашего партнера. Помните о том, что расклад общий, поэтому если будет резонировать информация, во многом совпадать для общего расклада нормально вполне, если совпадает 70, 80% информации приблизительно, вы можете смотреть дальше и получать важные подсказки от Таро. Если же вы понимаете, что разговор вообще не о вас, то значит уходите с видео, не тратьте свое драгоценное время, ищите другое видео. По всем вопросам обучения, если я интересую вас как наставник, у вас есть доверие ко мне и вам нравятся мои трактовки, и моя манера подачи материала, обращайтесь, пожалуйста, в, личный, в личных сообщениях. По контактам, которые представлены под этим видео, принимаю заявки на WhatsApp. Пишите, пожалуйста, большими буквами ⁇ обучение ⁇ Я в первую очередь обращаю внимание именно на такие смс, чтобы ответить вам на такие сообщения, чтобы ответить вам оперативно. Итак, давайте будем смотреть. Сначала смотрим, как всегда, дно колоды. У нас выходит король Пентаклей. Король Пентаклей. Ну, конечно, можно было бы сейчас предположить, что ваш мужчина относится, ваш партнер относится к... Земному знаку зодиака, то есть к земной стихии, потому что король пентаклей это, конечно, в первую очередь земная стихия. Не обязательно. Вы знаете прекрасно, что я не привязываюсь к знакам зодиака, но все-таки, если ваш партнер земного знака зодиака, то это практически точно вот в точку ваш расклад будет. Телец, Дева, Козерог. Либо это мужчина, с которым у вас стабильные, серьезные, глубокие отношения. Либо были, либо есть, либо вы надеетесь на такие отношения с ним, либо на продолжение в таком плане либо, в, в принципе, у вас есть какие-то надежды на этого мужчину, серьезные. Также этот мужчина может быть просто вашим мужем, потому что король Пентакли очень часто ⁇ это супруг, это человек, с которым у вас вот такого, вот такого рода серьезные отношения. Но тут еще такой момент, мужчина этот может действительно хотеть вкладываться в отношения и вкладываться в них. Как оборотная сторона медали, так и оборотная сторона натуры. Короля Пентакли, который является у нас расчетливым, таким благоразумным, стабильным, он, конечно, может, как оборотная сторона да, его личности, его натуры, быть э, скрягой, где-то в чем-то прижимистым, в том числе и жадным на эмоции, на проявление чувств своих, может не говорить то, что действительно чувствует, то, что у него на сердце. Ну, в общем, вот такой человек. Но, в принципе, король Пентакли весьма интересный, очень хороший, глубокий аркан, который, по крайней мере, нам показывает то, что ситуация между вами такова, что вы с этим партнером друг друга цените. Вы ценны друг для друга. Потому что король Пентакли это тот человек, который свое богатство умеет копить, и сберегать вот так же и ваши отношения с этим человеком. А, ну, давайте будем смотреть теперь, какой вообще ваш партнер, как нам его покажут Таро, как они его видят. Человек, который пришел к нам сегодня. Какой он? Ну, давайте еще посмотрю. Угу. И какая вы сейчас в этих отношениях? Я почему-то мне хочется начать с вашей стороны, потому что у вас такие яркие вышли арканы, очень яркие арканы. И начинается сразу же расклад, ваш расклад, ваша линия с аркана дьявол. Знаете, да, по раскладам, что значит аркан дьявол. Причем это старший аркан, в вашем раскладе, в вашей линии он здесь один, этот старший аркан, он очень яркий, очень... Такой очень много о себе говорящий. Да, конечно, у вас очень-очень сильное влечение к этому человеку, у вас очень сильная энергетическая связь с этим человеком, потому что по аркану дьявол, тем более в этой колоде, посмотрите, какой здесь интересный очень аркан. Связаны здесь не просто цепями, путами, а прям такой з з з змеиным хвостом этого самого дьявола, опоясаны, связаны, повязаны мужчина и женщина. И он-то, в принципе, руководит ими как марионетками. И мужчина и женщина, у вас есть здесь взаимная, вот эта самая энергетическая связь паркан дьявола очень-очень сильная. Но а, его, его этот аркан показывает именно с вашей стороны. То есть можно сказать, что особенно чувствуете эту связь именно вы вы способны чувствовать эту связь в ваших отношениях вы являетесь стороной которая придает вашим отношениям вообще вашей связи до да? вашей связи придает эмоциональную составляющую вы более эмоциональный человек чем ваш партнер вы более человек нуждающийся в эмоциях вы человек которому Нужно проявление эмоций. Вы прям вот нуждаетесь в проявлении эмоций вашим партнерам. Вы способны и готовы на то, чтобы развивать отношения долго, стабильно, и вы надеетесь на то, что эти отношения действительно приведут к чему-то серьезному то есть вы здесь стабильный партнер очень надежный очень эмоциональный умеющий любить умеющий дарить эмоции жаждущие эмоций у вас страсть прям такая у вас кипит вам хочется чтобы ваш партнер проявлял к вам такую же страсть такие же эмоции каждый день может быть вам хочется просыпаться в объятиях этого мужчины либо вообще вашего партнера в принципе вы хотите чтобы он, если вы не вместе, допустим, чтобы этот человек обязательно с утра, вот вы прям проснулись, и он утром вам прислал ту же смс-очку, либо позвонил и сказал, я тебя люблю. Ты у меня единственная, ты у меня дорогая. Вот эти все моменты у вас есть, очень-очень ярко проявляются. Но у вас э, отношение к этому мужчине немножко с, с некой горечью есть в плане того, что именно дьявола ложится. Горечь в том плане, что. Понимаете, что зависимы от него и порой вам тяжко от этой мысли. Думаете о нем постоянно, постоянно с утра до ночи, с ночи до утра об этом человеке. Если это не так, если вы уже забыли, это ваш бывший партнер, вы уже его отпустили и забыть о нем забыли сто лет назад, это не ваш расклад. Здесь у вас сохраняется очень сильная эмоциональная энергетическая связь с этим человеком. Вот такая вы мне почему-то захотелось начать с вас. Ваш партнер, ваш партнер человек который, в принципе, по жизни у него... Во-первых, он... При всем при том, что он может быть активным, может активно защищать свои позиции, занимать какую-то четкую позицию в жизни и отстаивать ее, тем не менее бывают моменты, когда он реально пасует. Пасует перед трудностями, пасует в тех же отношениях, если чувствует, что что-то начинает происходить не совсем так, как ему хотелось бы, да, он пасует. Он либо может здесь уходить в игнор, как-то останавливаться вот резко. То есть отношения здесь могут развиваться-развиваться как-то. Он может выступать вот как, как такой герой, так сказать, а потом в какой-то момент, грубо говоря, отмораживаться, замораживаться, прекращать действия. И вообще, у вас может складываться такое впечатление, что этому человеку ничего не нужно. Вот такой здесь очень противоречивый человек, потому что в середине расклада у нас семерка жезлов лежит, а по бокам расклада у нас четверка мечей, еще и пятерка кубков. То есть здесь человек может действительно впадать в какие-то крайности. То он активный, то он напористый, то он добивается своего, то вдруг он пасует, и, и все, и вы не поймете вообще, что ему дальше нужно. И вот по вашему раскладу я вижу, что это вас не может не раздражать, не угнетать, не вызывать у вас недоумения и даже не злить вас. Это вас очень часто может злить в этом человеке, довольно глубоко. Ну, злить, может быть, не совсем то слово, расстраивать, удручать. Вы, может быть, в непонимании каком-то можете находиться. И сейчас человек может отдыхать, может не очень хорошо себя чувствовать, может приболеть за... Ну, как бы такая информация может быть по четверке мечей. А может быть, просто этот человек не предпринимает каких-то действий, которые вы ожидаете. Четверка мечей это статичный очень аркан плюс еще пятерка кубков. Но ну, я вам уже сказала, что за человек. Человек может себя проявлять как активным а, завоевателем, так и резко впадать в какой-то депресняк, а, отказ от нового шанса и как бы ну ничего не делать. Либо вообще исчезать из вашей жизни. Здесь и такой может быть вариант. Давайте посмотрим, что несет вот именно в ваше отношение, что этот человек привносит его роль в ваших отношениях, а, ваша роль в ваших отношениях. Угу. Я бы сказала так, здесь ваши отношения больше, если они у вас продолжаются, и сейчас вы находитесь в активной фазе, либо вы, ну, в принципе, между вами какая-то связь сохраняется, здесь большая часть заслуги, так сказать, в этом ваша. Но тут есть такой момент, уже в который раз недавно я делала такого типа расклад, и тоже выходила такая информация, что вы как бы человека идеализируете, наделяете его качествами такими, которыми он в полной мере не обладает, но и не отпускаете его эмоционально, во-первых, а во-вторых, вы даете какую-то в ваших отношениях стабильность основу вот вы реально надежный партнер с вами можно нужно строить отношения и они будут ну четверка четверка хоть и пентаклей вы не хотите тут человека отпускать даже если вы сейчас расставание у вас все равно остается еще надежда что будете вместе если вы вместе то значит вы просто не хотите этого человека отпускать он для вас составляет ценность но самое главное и тут посыл этого аркана то что в ваших отношениях вы являетесь вот каким-то таким форпостом так сказать я даже не знаю как сказать фундаментом может быть даже вы являетесь именно тем партнером благодаря которому ваши отношения продолжаются и на так сказать на основе которого они вообще строятся вот вы вот реально фундамент вашего большого красивого замка Любви с этим человеком, ну, либо отношений. Человек, ваш э, партнер, выходит арканом звезда. Что он привносит в ваши отношения? Несмотря на то, что выпали вот такие у него сложные арканы, все-таки он приносит вам вдохновение, он приносит вам как я уже сказала, несколько идеализируйте, конечно, этого человека, но все-таки эмоциональную составляющую и очень-очень интересную, очень яркую, которая берет вас прям за душу, этот человек в ваши отношения вносит. Вполне возможно, по аркану звезда вы с этим человеком можете находиться на расстоянии. Кто-то вообще общается по интернету с этим человеком. Ну, то есть познакомились по интернету, интернет-переписка там и все такое. Если же это не так, то все равно у вас есть некая склонность его идеализации этого человека, во-первых, но не зря, потому что умеет он как-то вам подарить какую-то эмоциональную составляющую, несмотря на свои сложные арканы, которая вас цепляет. Может быть, именно харизма его, именно его харизма вас цепляет больше всего. Вы тут даже можете не понимать, что именно в нем вас так привлекает, потому что вышел аркан дьявол, четверка пентаклей. Ну, как бы вот тянет к нему, а объяснить вы толком не можете. Конечно, да, идеализируете, на многие вещи закрываете, глаза прям конкретно закрываете, но что-то такое по аркану звезда, что-то действительно волшебно-прекрасное, как вам кажется, возможно это только кажется, но все-таки он ваше, ваше отношение привносит, этот человек. Как этот человек видит вас? Кто вы для него вообще? Кто для этого человека вы, императрица? Кто вы? Вернее, кто этот человек для вас? Давайте начнем все-таки опять с вас сейчас. Аркан шут у нас вышел. Давайте еще один добавлю. Хочу просто так что... Ой, какое сильное сочетание. Шут и мир. Ну, в общем, смотрите. Шут и мир. Кстати, вышли, посмотрите, кто вы для него и кто он для вас. И вышли все три старших аркана. Первая информация, сразу же, на которую мы обращаем внимание, это то, что вы безумно друг для друга важны. Потому что вышли старшие арканы. Основной вопрос нашего расклада – кто вы друг для друга? Это вышли старшие арканы. Мне захотелось сюда, к аркану дурак, добавить второй аркан, для того, чтобы понять, в чем смысл. Я не хочу сказать, что этот мужчина смысл вашей жизни, альфа и омега, хотя по этим арканам можно было бы так и сказать, потому что посмотрите, что вышло. Нулевой аркан, начало, самое начало аркан дурак и а, заключительный, последний аркан колоды старших арканов, а, то есть 21 аркан мир, можно было бы сказать, он для вас рождение и завершение, да? он для вас свет и... А, смысл какой-то, да, он для вас действительно может быть альфа и омега жизни. То есть вы так его можете воспринимать в душе вашей, может быть, в подсознании, на подсознательном уровне. Тут мы сейчас не смотрим, какова ситуация между вами. Вы можете быть вместе, может быть, можете быть в расставании, можете быть там, я не знаю, в глубокой паузе. Все, что угодно между вами может происходить. Но смысл заключается в этом. Этот человек для вас содержит, в принципе, всю, как вам сказать правильно, все богатство вселенной, да? все чувства вы, всю палитру чувств к этому человеку вы испытываете, и в принципе этот человек вам вот вот реально дарит всю вселенную от аркана дурак до аркана мир, и причем с этим человеком у вас отношения такого плана, что вы можете, и вы это понимаете, что вы можете, что вот вы начали с ним новый путь, вы прошли весь 21 аркан, до 22 даже, да, до, до 21 аркана мир. Ваши отношения могут завершиться, прекратиться, но они возобновляются опять. Потому что здесь как цикличность некая идет. Потому что вы здесь друг другу действительно реально нужны. И этот человек все-таки для вас значит очень-очень много. И это у вас может быть как на сознательном уровне, так и на подсознательном уровне. Аркан ⁇ Шут ⁇ и Аркан ⁇ Мир ⁇ Очень интересное сочетание. Как будто он действительно для вас чрезвычайно важен, этот человек. Так и хочется сказать, как будто вам кажется, что он для вас открывает некие тайны бытия, какие-то вещи такие глобально важные, вы понимаете для себя, находясь в отношениях с этим человеком. Кто вы для него? А вы для него аркан императрица. Вы для него аркан императрица. Императрица, я много раз в своих раскладах повторяла, что выше, вот для меня лично выше чина, сана, звания императрицы в колоде Таро не существует. Все-таки для меня лично это э, аркан Венца творения. Вы для него, безусловно, очень важны. Он считает вас женщиной, сочетающей в себе самые прекрасные, самые ценные качества, которые вообще могут быть в женщине. Вы само совершенство. Он может об этом вам даже не говорить, он может это не озвучивать, может озвучивать, а может и нет, судя по его арканам. Но а, в его сердце, в его воображении, в его вообще и на подсознательном, и на сознательном уровне вы. Императрица. Женщина прекрасная хозяйка. Женщина мать. Женщина плодородная во всех отношениях. Женщина правительница в своей империи. Самодостаточная, гордая, такая. Властная достаточно. Но она прекрасна. Сексуальная очень желанная, супер желанная. Посмотрите, рассмотрите этот аркан. Вот так видит вас, ваш партнер. Кстати, он здесь тоже весьма склонен э, к романтическим всяким штучкам. То есть он способен на романтику, на мысли, на такие прекрасные, на влюбленность романтичную. Это все в нем есть. Он может закрываться закрываться, как-то себя показывать не совсем адекватно, не так, как есть на самом деле. Но это все в нем есть. Вот что есть, то есть. Что его цепляет вас больше всего, что ему нравится в вас? Мы сегодня смотрим, кто вы для него. Вот как раз это ему и нравится. Выходит аркан девятка пентаклей. Девятка пентаклей – это аркан женщины самодостаточной, женщины, у которой все в жизни получилось. Она умеет заработать, она красива, она ни от кого не зависима, она умна, интеллектуальна, интеллектуальный уровень очень высокий. В общем, эта женщина подарок судьбы. Смотрите, на этот аркан, но то, что вы вышли ему императрицей, еще и ценит он вас именно вашу женственность, конечно же. Но помните о том, что этот мужчина, этот партнер, ценит вас самодостаточность. Поэтому, пожалуйста, не растворяйтесь в нем, в отношениях, там не, не надо заниматься полностью домом. Если вы хотите этого человека действительно цеплять по-настоящему, то вам нельзя становиться, ну, давайте скажем так, домохозяйкой полностью, сосредоточенным, сосредоточенной на нем, на семье, на детях. Вам нужно обязательно из себя что-то представлять в социальном плане для того, чтобы этот мужчина постоянно ну, так сказать, сохранял вот такой живой интерес к вам, потому что его очень цепляет ваша самодостаточность. И когда вы ведете себя как женщина самодостаточная, не на коленях перед ним ползаете, а показываете свою самодостаточность, демонстрируете. Это не значит, что мужчину нужно унижать, но и свои интересы, и свои, так сказать, вот именно свою самодостаточность. Ее нужно демонстрировать и подчеркивать. И это цепляет его больше всего. Что вас цепляет в нем? Что вам нравится в нем? Ну, во-первых, этот человек явно не бездельник. Наверняка он все-таки как-то тоже зарабатывает сам себе на жизнь. Причем здесь может человек как быть при деньгах? Уже сколотивший себе состояние. Так и человек, который работает, но у него ну никак не получается. Никак не получается выйти на какой-то там достойный уровень дохода, построить шикарный дом. То есть здесь может быть и так, и так. Может, человек уже достиг чего-то, а может быть, особо пока ничего. Но вы верите в него, во-первых, вы верите, что этот человек может чего-то добиться. Да? Во-вторых, вы понимаете, что с этим человеком вам хотелось бы дальше строить отношения. Дальше строить, строить, строить вместе. И вы уважаете его как раз. Возможно, за трудолюбие, за мастерство. Может быть, вы видите, что он старается в каком-то деле проявить мастерство в том деле, которым занимается. Может быть, ищет себя. Но тот вот этот человек явно не, не, там, не бездельник, который совсем э, болтается по жизни. Его есть за что, в принципе, уважать здесь. Именно по рабочим каким-то качествам. То есть вы в нем уважаете вот это самое, можно сказать, даже трудолюбие может быть, какие-то способности, может быть, он изобретать что-то любит, может быть, он руками мастерить что-то умеет. Вот, знаете, это, по этому аркану обычно такие мужчины, которые что-то умеют, что-то они себя представляют в жизни, и они готовы дальше развиваться. Вам это в нем нравится. Теперь давайте еще спросим такой момент – что этот мужчина хотел бы, чтобы изменилось в вас, да? Что, что ему не очень нравится в вас? Давайте так скажем. Что он хотел бы изменить в вас? Хотя нельзя менять никогда и ничего вообще в человеке. Люди не меняются, они могут меняться только, если сами захотели и на собой работают. И что вам не нравится в нем? Что вы хотели бы изменить у него? Хм. Вот смотрите, у вас вышли два старших аркана опять. Это маг и это аркан Луна. Опять подтверждение того, насколько вы с этим человеком важны друг для друга. Старшие арканы. И те качества, которые вы хотите друг друга изменить, это тоже ну, довольно важное качество. То есть есть моменты, которые вам хотелось бы изменить. Что хочется изменить вам? Вот нам как раз и показывают. Непонятность этого человека для вас. Аркан Луна. Во-первых, человек может, извините, но я скажу прямым текстом, врать человек может иметь тайны от вас загадки человек может быть для вас непонятен его поведение может быть для вас непонятно вы более открытый человек вы хотели бы чтобы с этим человеком с этим партнером отношения также были более открытые более искренние искренности не дает этот человек вам может обманывать потому что луна это очень часто прямо вот аркан обмана лжи какой то но от... в первую очередь это аркан какой то мути вот мутно мутно как-то себя этот человек ведет. Вы хотите больше ясности. Во-первых, во-вторых, вы не хотите, чтобы этот человек вот так вот, грубо говоря, действительно отмораживался. Если он какие-то неадекватные действия делает, допустим, там игнорит, либо замолкает, либо как-то ведет себя не совсем адекватно, вы не хотите, чтобы это было так. Вы хотите, чтобы это в нем изменилось. Также вы понимаете, что его эмоциональный мир для вас также порой непонятен. Вам хочется, чтобы это было яснее. Вам хочется, чтобы вот эта завеса его какой-то мутности, да, чтобы она спала наконец-то, чтобы этот человек стал для вас понятен, прозрачен, чтобы вы понимали действительно его реальные намерения, его реальные чувства, его реальные какие-то личностные характеристики, потому что он для вас до конца здесь непонятен, и это может действительно быть определенным блоком. Что мужчина хотел бы изменить в вас? Этот мужчина считает, что вы часто на себя слишком много берете вот он считает что может быть проявляете какие то мужские качества характера ему хочется быть хозяином положения в ваших отношениях а не всегда получается потому что он понимает что вы женщина очень сильная это первое во вторых он считает что во многом вы можете им манипулировать вот ему кажется, что какие-то поступки ваши это и есть, какие-то ваши манипуляции. В общем, ему хотелось бы, чтобы вы не были по аркану маг такой сильной, какая вы есть. А вы здесь реально очень сильный человек. Вы очень сильная женщина. По аркану маг вы женщина, обладающая недюжинными способностями, очень яркой энергетикой. Вот ему действительно хотелось бы, чтобы вы не были такой яркой. Посмотрите на этот аркан. В каких красных одеяниях здесь маг находится? У него в руках все-все э, стихии, все масти второй, все стихии земля, воздух, вода. все четыре стихии – земля, воздух, вода, огонь. И все четыре масти – жезлы, мечи, кубки, пентакли. Все в ваших руках. Если вы захотите, вы можете любым способом, так сказать, любую ситуацию повернуть. Да? И проявляете часто свой характер. Такой серьезный. Вот ему хочется, чтобы вы как-то попроще стали. Чтобы он, возможно, в ваших отношениях стал магом. Так и хочется вот так как-то поменять. Потому что вот эта энергетика мужская, Ему хочется, чтобы вы меньше проявляли мужской энергетики, а вам наоборот хочется, чтобы он проявлял меньше женской энергетики. Потому что вот эти вот все эмоциональные какие-то переживания, всплески эмоций, бурные там выяснения отношений, вот эти все вещи, это больше проявление женской энергетики. У вас здесь, вы, получается, как бы поменялись ролями. Вот в чем смысл этих арканов здесь. Но то, что вы здесь, мягко говоря, друг другу не безразличны, это абсолютно однозначно. Теперь давайте спросим: я хочу задать вопрос Таро: Возможно ли между вами вообще гармоничные отношения в вашей паре? А невозможно. Да, безусловно. Безусловно. И девочки, дорогие мои, Верховная Жрица выпал старший аркан. Пожалуйста, обратите внимание, во-первых, на себя любимую, потому что не зря вышел аркан маг здесь со стороны мужчины, что он хочет изменить вас. И вы опять-таки выходите Верховной Жрицей. Женщина с особыми способностями, с особыми знаниями. Женщина, которая наделена Вселенной от природы, от рождения особой энергетикой, особыми знаниями, вообще, в принципе, законов бытия. Это все у вас есть внутри. Мудрость, невероятная мудрость. Вам эти способности, эти все вот вещи, моменты очень важные. Нужно в себе раскрывать. Да, так вот к чему это все я говорю. Да? Этот Это Таркан вышел на позиции, возможно ли гармоничное отношение между вами. Да, эти, эту гармонию здесь можете по-настоящему внести, привнести в отношения и уравновесить именно вы. Потому что вышел аркан ваш, верховная жрица. Здесь решающее значение в ваших отношениях имеет ваша мудрость. Именно ваша мудрость ни какие-то поспешные поступки, ни там глупая ревность, ни какие-то выяснения отношений на ножах, ни грубые манипуляции, а именно мудрость, причем женская мудрость. Здесь у нас последний получается, заключительный аркан расклада на позиции на этой очень важной. Возможно ли гармоничные отношения? Абсолютно да. Здесь, конечно, нужно проявить мудрость обоим партнерам, и вам, и ему. Но женская мудрость с большой буквы мудрость, девочки, задумайтесь об этом, здесь имеет играющую роль. Здесь, конечно, вы должны вообще решать для себя, вы хотите с этим мужчиной быть в отношениях дальше, не хотите, как, в каком формате будут эти отношения. Но здесь рулевым являетесь именно вы, и от вас зависит э, в большей степени именно гармония в этих отношениях. Но я надеюсь, вы поняли посыл карт Таро, по-моему, более чем. Прозрачно, да, сейчас нам показали эту ситуацию. Вот такой получился расклад. Я надеюсь, он был вам интересен. Если это так, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, вам несложно пальчик вверх поднять, а мне будет очень-очень приятно. Это ваша благодарность за мой труд. Я желаю вам всех благ, всего самого наилучшего, только самых прекрасных, самых гармоничных отношений. Да, кстати, если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте, пожалуйста, на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех вас очень люблю, крепко целую, обнимаю и говорю вам пока-пока. До завтра.